Меня попросили говорить про миссию сегодня утром. If you'd please turn in your Bibles to Corinthians Давайте откроем ваши Библии. Uh, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 и 21 стихи. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 20 и 21 стихи. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим примиритесь с Богом. This is our Это наше повеление. We are for Jesus мы посланники Иисуса Христа. What does an do? Что делает посланник? Посланник берет послание того, кто стоит над ним, и передает это послание тем слушателям или получателям информации, для которых эта информация предназначается. В нашем случае для нас авторитет Иисус. Наше послание это Евангелие. А получатели – это заблудшие люди. So called, Итак, мы призваны. Нам дано великое поручение от Христа идти и проповедовать. Says, Christ, и как говорится в этом стихе, Бог увещевает, и мы просим через Иисуса Христа поверовать and, and в Иисуса. beg them on God's behalf to be reconciled to Christ. Смотрите, что здесь написано. Просим примиритесь с Богом. Think about those words. We beg you on behalf of Christ. Задумайтесь над этими словами. Мы просим вас от имени Христа. That shows the seriousness Это показывает всю серьезность. Это показывает желание Бога, чтобы люди, заблудшие в этом мире, через Иисуса нашли. В книге пророка Иезекииль, 33 глава, в 11 стихе написано. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник отбратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? God that none would Бог желает, чтобы никто не погиб. Not even the Даже грешное, чтобы не погиб. Вернемся к посланию Коринфянам к 21 стиху. Что здесь написано? Ибо незнавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Наше послание о том, что Иисус Христос безгрешный взял наши грехи на себя. И Он сделал это для того, что чтобы те, кто верует в Него, стали праведными. See, remember, Мы должны помнить о том, что единственный путь ⁇ это Иисус. Он uh, истина. Он жизнь. И у нас есть истинное Евангелие, которое может спасать людей. Нет другого послания в мире, которое могло бы преобразить человека и спасти его. People, hear, и если мы не понесем это послание, то как они услышат его, как они будут веровать? Как они могут услышать слово без проповедника? Now, Итак, у нас великое поручение. Now, look at our task. Давайте посмотрим, какое же задание перед нами стоит. Let's look at, uh, 28, Давайте посмотрим uh, на стихи, записанные в Матфея 28 глава, 19 и 20 стихи. Матфея 28, 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Okay, go and make of all Итак, написано, идите и научите все народы. That is our task. Это наше задание. Нам нужно нести Евангелие в мир. Давайте вспомним, Иисус Христос сказал эти слова во время... После воскресения во время его сорока дней, когда Ma он вознесся this к Богу, так Матвей заканчивает свое Евангелие. Что Иисус сделал на протяжении этих сорока дней? Мы не знаем. Может быть, совсем чуть-чуть. Но это то, о чем uh, Бог хочет, чтобы мы знали. Это значит, что эти слова очень значимы. Он хочет, чтобы мы это послание передавали заблудшим. А как мы будем научать народы? Приводя их к вере, к познанию Иисуса Христа. That's what it means. Make disciples. Go therefore and make disciples. In other words, bring people from an unbelieving state to a believing state. И так это значит идите и научите все народы, то есть рассказывать людям, чтобы они из состояния неверия переходили в веру. И что мы еще должны делать? The rest of verse 20 and 21 it says that we're to baptize them. И далее что говорится, какое повеление дано? Крестить их. And then we're supposed to teach them all that Christ commanded и учить их все, что повелел Христос. Вот это наша задача. К этому нас призвал Иисус Христос как своих посланников. Now, Давайте посмотрим, насколько большое наше задание. Книга Деяния, первая глава, восьмой стих.

Uh, всегда последние слова человека, они очень значимые, последние слова человека в жизни. И последнее последнее повеление, которое Иисус дает своим ученикам перед вознесением, это чтобы они шли и свидетельствовали по всему миру. И в первой части стиха говорится. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. The Holy came upon them at Дух Святой снизошел на них во время received, праздника Пятидесятницы. They power. И они получили силу. Когда мы когда Иисус Христос входит в наше сердце, мы получаем силу Духа Святого. И мы наполнены силой для того, чтобы идти и нести Евангелие. Дух Святой — это наш партнер в нашем служении. И Он — тот, кто нас вооружает, чтобы мы могли идти и делать то, что мы делаем, чтобы достичь до самых верхних частей земли. И Дух Святой наполняет нас и дает нас силу, воодушевляет идти и делать то, что I нам повелено. Иногда мы забываем, что в нас есть Дух Святой для того, чтобы помогать нам. Я не могу, например, говорить с этим человеком о Христе, я не знаю, что ему сказать. Если мы так думаем, мы забываем. as he goes on in his verse he said and you shall be my witnesses where in jerusalem judea samaria to the uttermost parts of the world that's what the book of acts is all about книга «Деяния» вся об этом. Как распространяется Евангелие из Иерусалима и даже до края земли. Что такое наш Иерусалим? Киев. Что такое наша Иудея? The Kiev Это Киевская область. What is our Что такое наша Самария? Russia. Россия. Беларусь. Беларусь. Польша. Словакия. Германия. Венгрия, Румыния, Молдова. Нам нужно распространять Евангелие во все эти места. And what's the part of the world? А что такое для нас край земли? The rest of the world. Это весь остальной мир. Places месте. such as Myanmar. Такие места как Мьянма. И если вы даете, жертвуете. Как вы пожертвовали как вы купили мотоцикл, вы тоже вкладываете свою лепту в такую большую миссию. И Бог благословит вашу щедрость. Вы знаете, есть церкви, в которых думают, у нас нет денег для того, чтобы еще жертвовать для миссий по всему миру. Needs, financial needs. У нас в церкви есть свои финансовые нужды. Want, Послушайте, что я вам сейчас хочу This сказать. Is completely incorrect thinking. Это абсолютно неправильное мышление. Церкви, которые думают так, они не осознают, что Бог благословляет доброходно дающего человека и доброохотно дающую цель. Мы верим в это? Верим в это? You know, Мы должны быть щедрыми. Мы должны быть щедрыми a, для, для делателей и дела Христова. И щедрую церковь благословит Бог. Look at 2 Corinthians 9, 6 and 7. Давайте посмотрим второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 и 7 стихи. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Are these verses true? Эти слова, эти стихи истина. Are they true? Истина это? Okay. So, you know what? When I was a pastor in America, когда я был пастором в Америке, I really missions in our я все время продвигал миссионеров в нашей церкви. Мы почти 20% всех сборов отдавали uh, миссионерам. И однажды казначей нашей церкви подошел ко мне и говорит, «Пастор, когда я подошел пастор uh, когда меня ставили на это служение быть казначеем меня предупредили это очень сложное служение потому что в церкви постоянно не хватает денег said, и знаете это совсем не так money, он сказал у нас даже больше денег чем нужно money Uh, и больше не больше того да а нам uh, у нас было столько денег сколько нам нужно было We God. мы не можем не доверять богу Let's to these послушайте эти стихи 2 коринфянам 9 глава 8 по 11 бог же силен обогатить вас всякою благодатью чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим. Правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Для Церкви и для верующих не быть щедрыми – это поступать глупо. Words? Сильные слова. Может быть. Но, посмотрим еще раз на этот отрывок. Look what it says. Смотрите, что говорится. The believer, the giver will be Здесь говорится, доброходно дающего любит Бог. God will provide him with seed to sow. Бог даст ему, пошлет ему семя, чтобы сеять. Talking about money. Здесь говорится In other о words, деньгах. The generous giver, God will give that individual money so that they can sow his, into his work. Бог будет давать этому человеку деньги для того, чтобы он щедро сеял. God, it says, God will multiply his seed. Дальше говорится о том, что Бог приумножит его семя. So he gives us the money, then he multiplies it. Он дает Деньги, дальше он приумножает их. И дальше Бог пошлет обилие урожая. Другими словами, что если мы сеем, да, урожай будет еще богаче, еще обильнее. И мы будем благословлены обилием. Знаете, это не Евангелие Процветания. Это слова апостола Павла. True? Истинны ли они? Абсолютно. Be И поэтому нам нужно быть щедрыми, потому что Бог благословит нас. У меня есть еще две истории о церквях, которых Бог благословил через их через их пожертвования. But we don't have time. Но у нас просто нет времени. Нам нужно молиться. Next, Matthew 5, or Matthew 9, through Еще прочитаю стихи из Евангелия от Матфея, 9 глава, 37 и 38 стихи. «Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. О чем здесь говорится? О том, что есть еще много людей, которых нужно сделать учениками Христа. Но, но мало делателей. Мы need to send people, we need to pray for people to go into Jerusalem, Samaria, Judea, the uttermost parts of the world.

Но также вашей ответственностью является поддерживать тех, кого Бог посылает в Самарию и даже до края. земли. When we, when we и когда мы евангелизируем, soil, мы можем возделывать землю, soil, садить семена soil. и ухаживать. So, Итак, нам нужно делать три вещи. Нам нужно молиться. Жены, там, There's no books out there that you're going to find cheaper anywhere else in Kiev. She gets great discounts and she drops the prices even more. Дешевле, нее, she does that to help the local churches be built up in, these, in, the, in the power and word of Christ. Она делает это для того, чтобы имя Иисуса прославлялось и чтобы строилось Царство Божье. I could only get 11 of this book. Я могу uh, раздать только 11 копий вот такой небольшой книжечки. Titled, и она называется 30 дней молитвы за недосягненные народы Украины. У меня только 11 книг таких, поэтому если у вас есть желание, вы знаете, что вы будете точно молиться, возьмите, пожалуйста. Итак, первое, нам нужно молиться. Нам нужно давать. Нам нужно быть щедрыми. Иисус сказал, лучше давать, чем принимать. You know, 1 Corinthians 16, 2 says that we need to give as God has blessed us. в Втором послании, в первом послании Коринфе, нам 16 глава, второй стих говорится, что мы должны быть щедрыми, щедро давать. Итак, в, в этом стихе дается три принципа, как мы должны жертвовать. 10 needs to go to your local Первые 10% они должны идти.

мое мнение что церковь должна отдавать минимум 10 процентов от того что она собирает для миссионеров Once you're 10 of your gross to the church, если вы отдаете десятую часть своих доходов в церковь be будьте щедры Будьте щедрыми Будьте щедрыми для тех людей, которые могут достигать других людей, неся Third Евангелие. Thing. И третий принцип. Go. Идите. You know, short-term mission trips. Короткие uh, какие-то поездки миссионерские. One week, two week, three week. Одна, две, три недели. Maybe God's called you as a full-time missionary. Возможно, Бог призовет вас и вы станете Миссионером на полную ставку Если вы, например, знаете хорошо английский Вы можете поехать в Таиланд Правительство Таиланда выделяет деньги Для тех, кто знает английский И приезжает преподавать Преподавать английский язык И guess what?